Риторические вопросы. Аудитория радио Шансон. Не стрёмно слушать радио Шансон после того, как на нем рекламируют средства от потенции? Радио слушателям спорта. Не стрёмно слушать его после того, как там рекламируют средства от курения, алкоголизма, запоев? Вообще не стрёмно ли смотреть региональные телеканалы после того, как там рекламируют сауны для отдыха и комнаты отдыха? Все понятно. Но это же пипец, так измываться над целевой аудиторией. А все почему? А все потому, что это реклама. Пиар круче рекламы.